Добрый день, меня зовут Вера, я продавец-консультант магазина «Пряжа и нитки». И сегодня в рубрике «База знаний» мы поговорим с вами о чулочных спицах. Чулочные спицы необходимы для вязания в круговые изделия небольшого объема. Это носки, манжеты, варежки, перчатки, ворот свитера, рукава, гетры и детские штаны. В нашем магазине представлен широкий выбор чулочных спиц. Давайте поговорим, чем они отличаются и для чего они нужны. Начнем с классических металлических спиц. В любом наборе 5 обоюдоострых спиц, на которых удобно вязать в круговую. Спицы Чиагу из хирургической стали. Они гладкие, легкие, с острыми кончиками, не ржавеют, не царапаются, очень удобны в вязании. Если вы любите менее острые кончики, то ваш выбор спицы от Knit Pro, Mindful стальные, либо латунные. А еще у нас в магазине есть алюминиевые спицы. Они очень легкие, тактильно приятные. Вот эти вот спицы Zinc от Knit Pro представлены в разных цветах. Цвет зависит от номера спиц. Это очень удобно. А вот эти калибри от Adzi, они все разного цвета. Это поднимает настроение во время вязания. А еще у них разная острота кончиков. С одной стороны они более острые, а с другой более тупые. Все эти металлические спицы удобны для вязания изделий из шерсти. Но если вы вяжете изделия из пряжи со сложным составом, например, с вискозой, с шелком или соей, то вам понадобятся деревянные спицы. Деревянные спицы – самые легкие спицы, и они практически не скользят в вязании. Спицы Tulip и Чиагу выполнены из прочного бамбука и отполированы до блеска. А вот спицы от Knit Pro сделаны из березы. В качестве материалов отличий нет, но у них более интересный внешний вид. А если вы хотите объединить легкость и шершавость деревянных спиц, а также остроту металла, то для вас есть спицы Royal с металлическими наконечниками. Еще один плюс деревянных спиц, что их можно брать с собой в путешествие, их не засекут сканеры в аэропорту, и вы с легкостью сможете повязать ими в самолете. На всех спицах нанесен лазером размер, он никогда не сотрется, и вы всегда будете знать, какими спицами вы вяжете, их не перепутаете. Спицы выпускаются в двух длинах, от 13 до 15 сантиметров и около 20 сантиметров. На более длинных спицах удобнее вязать какие-то большие проекты, это шапка или берет. А на коротких спицах удобно вывязывать пальчики у перчаток или у варежки большой палец. А еще у нас в магазине есть такие замечательные наборы Crazy 3 от Adzi. О них мы уже рассказывали в другом видеоролике, ссылка будет прикреплена к описанию. Делитесь в комментариях, что вы вяжете чулочными спицами и какие вы предпочитаете. Всего вам доброго, до новых встреч, ваш магазин Айнитки.